Зачем? Машина как везет. Ну, машине, сейчас машине подойду, не доедусь. Как получилось, что вы по дворам-то поехали? Я вышел из подъезда, смотрю, машина идет, светофор. Сначала она вправо взяла и пошла по тротуару, ну, к одной стороне. Я даже в сторону, взят опять в подъезд, это все лаун. Смотрю, раз в эту волю, Volkswagen, сколько бампера. Потом, когда отворачивает дальше, и фуру и гром зацепил еще раз. И потом вот этот февралюху еще зацепил. Я там не видел, я пошел со зубы сказать, что машину долбанули, стукнули, вернее. Ну, а потом смотрю, он уже там стоит, там ливневый колодец, он туда и попал, к этому ливневому, и умер. Ну, я увидел, что он поддатый ходит, грязный, что добавил. Ну, очень стоял большой шум, я сидела дома на диване, на первом этаже у нас дерево ходуном ходило, я увидела крышу фуры, потом видела парня, который за свет побежал, потом выглянули, пошли на улицу и увидели, что разбита наша машина. Пошли на место, где остановили этого мужчину пьяного. Мы подходили, он сидел пьяный. Вообще, он сидел в машине.